До старта учебного года остались считанные дни. Учителя и методисты накануне областного педсовета обсудили проблемы и перспективы современного образования. Почти два десятка дискуссионных площадок затронули важные аспекты жизни современных школ и не только. Тем заявлено много: от модернизации преподавания отдельных дисциплин до повышения эффективности работы школьных библиотек. Обсуждались новые подходы в духовно-нравственном воспитании, использование дистанционных технологий, качество дошкольного и дополнительного образования. Особое внимание профессиональному росту педагогов. В России по поручению Владимира Путина создается национальная система учительского роста. Это будут практикоориентированные какие-то задания, которые покажут, насколько учитель владеет предметом своим, насколько методически он готов, насколько психолого-педагогическая его подготовка соответствует современным требованиям. Ну и коммуникативная компетенция – это тоже очень важно для того, чтобы строить общение с детьми. Озвученное в ходе дискуссии уже скоро войдет в жизнь каждой российской школы. Куда двигаться системе образования в наступающем учебном году? Об этом специалисты уже будут говорить на традиционном Большом педсовете, который пройдет в субботу в Драматическом театре.